Вопрос сложный, потому что, с одной стороны, вдохновляет все, вдохновляет сама жизнь. Я очень много сил черпаю в природе, я очень люблю быть одна, погружаться в себя, созерцать. И, с другой стороны, вдохновение – такая вещь, которую нельзя создать специально, по-моему. Вот ко мне просто стихи приходят иногда каким-то автописьмом, потом их можно шлифовать в плане формы, но когда они приходят, это как-то по наитию происходит. Так что я не знаю, как специально выяснить вдохновение. По образованию я переводчик, и моя основная профессия сейчас это переводить. Переводчик? Летова, не переводчик. А Летова может переводить? Летова, да, Летова. Будем вместе проводить лето, договорились. Ну что, все? Спасибо вам еще раз, друзья, за внимание.